В России установили новый прожиточный минимум. Во втором квартале 2019 года его размер составит 11 185 рублей. Соответствующий приказ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 12 130 рублей, для пенсионеров 9 236 рублей, а для детей 11 004 рубля. Таким образом, по сравнению с предыдущим кварталом, в среднем и для детей показатель вырос на 4%, для трудоспособного населения на 4,1%, а для пенсионеров на 3,8%.